«Открытая трибуна». Какой фильм вы считаете самым новогодним? Самый новогодний – это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Оптимизма придает, когда его смотришь. Приятно, весело. Самый новогодний – это фильм советских времен. Можно «С легким паром», можно «Зимняя вишня», можно еще этот… Вера Алентова тоже играет. «Москва слезам не верит». Это самые любимые наши фильмы в то время. Ну, сейчас думаю, что многие, ну, это моего возраста поддержат, а молодежь я не знаю. Я считаю, что самый интересный новогодний фильм, вот, если взять, вот, как бы по-старому мы все привыкли, вот, потому что это как бы еще из тех времен, когда наши папа и мама смотрели самые лучшие фильмы, я считаю фильм вот, «Обыкновенное чудо». Вот, самый простой фильм новогодний, очень семейный, очень культурный, так сказать, потому что ну, фильмы были поучительные, которые можно было на них брать пример и учиться полезным делам. Я лично считаю «Ирония судьбы» или «С легким паром» – старый советский фильм. Я считаю «Один дома», потому что он как бы раскрывает всю сущность Нового года, когда ребенок остается один, и с ним происходит новогодняя история, интересная. То есть это все весело, прекрасно. Мне кажется, что самый интересный новогодний фильм – это будет «Ирония судьбы». Почему? Потому что, наверное, очень интересные истории там происходят. И довольно-таки, я думаю, что очень все с удовольствием его смотрят. Самый новорічний фільм «Один вдома», американський, тому що він, напевно, самий цікавий. Там знімаються діти, цікаві історії, також багато серій в ньому. Все, що, в принципі, є на Новий рік. Сніг, ялинка, іграшки. І хлопці, які бешкетують. Открытая трибуна.